Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такой вот инструмент. Разметочный круг для привязок, чтобы на круглом шарике удобно было размечать, где привязывать носы, глаза, уши и так далее. Для изготовления такого круга понадобятся такие вот инструменты: клей, линейка, карандаш, маркер, циркуль, ножик, скотч, ножницы, ватман и гофрированный картон. Ну что ж, давайте начнем. Итак, берем лист ватмана размера А1 и отмечаем квадрат на 38 сантиметров. Вырезаем. Делим каждую сторону пополам, то есть отмечаем 19 сантиметров. Рисуем линии и диагонали. Так, тут вот не хватает линейки. Ну, так как у нас уже есть центр, то мы сначала до него проведем, потом чуть-чуть сместим и продолжим. Так. Теперь берем циркуль, раздвигаем его на 11,5 сантиметров и чертим круг на 23 сантиметра. Теперь начнем, скажем, отсюда и отмечаем 2 сантиметра. Поворачиваем линейку так, чтобы она вдоль окружности была, и отмечаем следующие 2 сантиметра. Еще 2. Еще 2. Вот. У нас остается сантиметр до диагонали, поэтому мы от него оттолкнемся, поставим 1 сантиметр на эту диагональ, 2 сантиметра отметим дальше и продолжаем отмечать по 2 сантиметра. Вот. Таким образом мы разделили четверть на 9 частей. То же самое делаем и со всеми остальными четвертями. Вот, мы разделили круг на 36 частей. Берем тонкий маркер и размечаем градусы от 0 и с шагом 10 по кругу. Здесь будет 350 в конце. Вот. Чтобы наш круг не пачкался, обклеим его скотчем. Так, тут криво пошло, но ничего страшного. Конечно, можно поровнее наклеить, но это инструмент, он не для красоты. Так, хорошо разгладим. Теперь нужно вырезать круг вот этот.
Берем гофрокартон попрочнее и отмечаем квадрат и круг. Так, возьмем ножик острый. Так, круг прорезали, теперь проходим второй круг. Ну и третий раз. Берем клей. Хорошо промазываем края. Приклеиваем. Так, теперь обклеим вот эти края. Так, сравниваем, чего здесь не хватает. Вот этих вот полосок и 23 сантиметра. Заклеим, чтобы не размазалось. Эти черточки можно сделать из черного скотча. Вот такой получился у нас инструмент, как его назвать, даже не знаю, ну, круг для разметки. Все, спасибо за внимание и до свидания.